Ну вот мои помидоры. Опять как-то вот этот вот один не хочет быть счастливый. Не понимаю, почему. Я их одинаково поливаю, одинаково за ними смотрю, одинаково с ними разговариваю. Ну, кстати, он медленнее пьет воду, нежели вот этот. Вот этот, видите, какой крепенький, прям такой мужичок-качок прямо. И он как-то быстрее выпивает водичку, надо быстро его полить. Ну, вот так они у меня тут выглядят. Я их выношу, когда тепло на улицу, потом на ночь домой забираю, естественно. Так. Вот он, одноглазик наш, видите? Да, привет, привет, мой малыш. У тебя там кушать есть? Сейчас я посмотрю, есть еще что-то. Ты мой хороший мальчик. Так, а кое-кто уже побежал у нас тут. О, шипит, 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 шипит. Эх, шайтан. Ох ты мой хороший одноглазик. Сейчас я тебе кушать принесу, по-моему, там ничего нет. Так, помидоры надо поставить на солнце. Ходи, 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 кушать дам. Кс-кс-кс-кс. Давай. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот у нас тут вот стоят тарелочки. Он, кстати, не бежит к кормушке сразу. Он не бежит, он приходит просто общаться. Так. О! Палатка рухнула, у нас надо новую поставить. Вон, видите, лётает. Кс-кс-кс-кс-кс. Бориска. Так ему интересно одуванчики нюхать. Ой, ты мой хороший человек. Ну-ка, 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 что сейчас будет? Смотрите, смотрите. Борис, давай иди домой. Домой, давай домой, 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 домой. А ты иди кушай давай. Где я тебе положила кушать, одноглазик? Короче, если я выйду на улицу, открою дверь, то он сразу свалит. Но это уже другой кот, это не одноглазик. Это кот соседей. Такой вот британец, дым-дымок. Пришел покушать, я не могу. Ой, не могу я. О, повернулся, смотрит. Видите, какой красавчик? Я же говорила, что это не одноглазик, это другой кот. У нас тут целые коты. Просто бомба. Я их так обожаю. Я открыла дверь, и он не убежал. О, видите? Встреча, встреча. Я так волнуюсь. Сейчас они же могут подраться. Ай-яй-яй. Главное, пришел в гости. Такой еще шипит на моего Бориску. Ты, дым-дымок, вредный кот. Бориска, иди-ка ты, наверное, домой. Или будешь в одуванчик петь в микрофон. Ой, дым-дымок, кс-кс-кс-кс. Ты такой красивый кот. Ой, какой ты серьезный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой ты хороший кот. А кто у нас тут? А тут у нас Бориска. Сосиска. Дым-дымок раньше вообще так убегал. А сейчас он у нас не боится ничего. Не, ну так насторожил, уши так наострил на секундочку. Типа, если вдруг что-то, быстро сваливать можно. Бориска тут шастает. Я не могу, я так обожаю котов. Люди. Это самые лучшие люди на планете. Коты. Так, Бориска. Ой, ты мой хороший. Ох ты моя драгоценность. Так, а где тут Бориска? Сейчас мы посмотрим. Вот он. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Борис. Что ты так боишься? Иди его, иди давай, покажи, кто в доме хозяин. Травку, травку нюхает. Так ему интересно. Ай-яй-яй, какой красивый кот. Что один, что второй. Все коты мне самые красивые. Такая смешная рожа у этого, такой смотрит, непонятно, что тут происходит. Бориска, давай попой в микрофон. Так вчера красиво стал возле одуванчика и так нюхал. Так Саня говорит, что, говорит, поешь в микрофон, в одуванчик? Что-то нашел.
Надо двор этот убрать, все, нету времени. Ну, точнее, Саша вообще всегда двор убирает, эти вот, как это, короче, косят эту траву, я этим не занимаюсь. Так, 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 встреча, встреча сейчас будет. Ой, Тимози, Тимой, я не могу. Коты, жизненные люди, счастье безграничное. Уйди. Прррр. Такой типа удивился, что происходит. Я не могу. Бориска. Бориска. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Так, 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 так. Сейчас получишь. По-моему, я не знаю, вот этот дым-дымок, я не знаю, это девочка или мальчик. Вода бежит по трубе. Ой, не могу, ой, не могу. Ой, какой красивый кот. Что один, что второй. Ну, раньше они как-то шипели друг на друга. Сейчас уже, видно, привыкли. Сейчас уже не шипят. Сейчас уже у них это дружба-дружба налаживается по чуть-чуть. Дружба народов. Потому что этот кот, у него хозяины... индусы или пакистанцы. Ну какой красивый. Ну это шерстка серенькая. Я не могу. Так, Бориска, куда ты там пошел? Ой, я тебя умоляю. Как будто у тебя в доме еды нет. Давай, давай домой. Давай домой. В доме полно хорошей еды. Давай. Нечего тут за бабочкой летать. Давай, 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 давай. За бабочкой, за бабочкой. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Как интересно за бабочкой полетать. Так, все, пошли давай домой. Дым-дымок тут на мусорку уселся. Смотрите. Вот он сидит на контейнере. Ух ты, какой серьезный. А ты что тут? Ты моя любовь, моя любовь. Давай домой. Так, мои хорошие. Сейчас мы с вами... собираемся снимать видосы для моего скрипичного Инстаграм. Естественно, я клею ресницы. Тушью я уже давно не пользуюсь. И на выступления, и на видосы, и вообще на все я клею ресницы. Ну, я понимаю, что для каждодневной жизни это перебор очень сильный. Я бы в жизни с такими ресницами никуда бы не пошла. Я в адеквате, естественно. Но на видео это все смотрится очень даже неплохо. Так. Сейчас мы это все дело налепим. Что-то я хотела, у меня было в планах снять... эту Crazy in Love в таком корсете, но что-то я его одела, но он очень такой, как тут мягче выразиться, даже не знаю, короче, пошлый. Ну не знаю, я подумаю, я посмотрю. Можно, конечно, там свет убрать туда-сюда, ну типа. Вот. Видите, как я быстро клею ресницы. Для меня наклеить ресницы — это вообще расплюнуть. Я знаю, что некоторые девушки там страдают, когда клеят эти ресницы, им так это все сложно. Для меня это не сложно. Так, сейчас мы, мои хорошие, знаете, что сделаем? Сейчас мы с вами высветлим чуть-чуть глаза. Именно эти места под бровями. Под бровями мы чуть-чуть высветлим с вами. А для этого мы используем вот такую вот Lancome корректор или что тут. Короче, камуфляж какой-то. Я не знаю, что это такое. Просто я заметила, что на видосиках мне нравится, как это выглядит. Смотрите, что я делаю. Я сюда накладываю капельку. Оп. Я такой, из меня такой блогер, что это самое.
Я просто вам показываю, это никакой, естественно, не мастер-класс. Я просто показываю, как я собираюсь перед тем, как снимать видос на свой канал Инстаграм. Так, кто-то приехал. А, фура какая-то. Не фура, а такая рабочая машина. Так. Так, я чуть-чуть сюда в зеркало посмотрюсь. У меня тут такое зеркало стоит, и оно очень хорошо стоит, прям вот напротив окна, я очень хорошо себя вижу. Так. Угу. Отлично. Так, чуть-чуть посветлили, можно еще чуть-чуть. Можно еще чуть-чуть, но не надо переборщить. Не надо переборщить. Слишком много нам этого всего не надо. Ресницы мы нацепили, мы еще будем волосы цеплять. А что вы думали? А вы что думаете, что все вот эти звезды, у которых там волосы шикарные, там это, ну типа, до жопы там красивые, толстые, это все нацеплено? Или вообще парики? Тем более, что мало у кого есть такое, знаете, чтобы волосы вот прям были такие, такие, о которых мы все мечтаем. Очень много, конечно, я знаю у, вот, у индусок, у вот этих женщин, конечно, шикарнейшие волосы. Сейчас мы сделаем брови. Для бровей я пользуюсь Dior, вот такой вот тушь для бровей, очень мне нравится. Он очень так не делает брови прежнего, подчеркивает все, что надо, чуть-чуть лохматит волоски. Короче, вот такими движениями. Сейчас я попробую как-то вот так вот взять вас, смотрите. Что вы видите или что вы не видите? Вот такими движениями мы делаем брови. И будет очень-очень даже красиво. Я не люблю, когда брови очень яркие. Не люблю, когда брови нарисованы на коже. Ни в коем случае. Ну, короче, вы поняли, да? Такими вот лохматящими этими самыми движениями. Сейчас я, подождите, вас установлю. Ах, как неудобно усё. Так. Вот такими вот движениями. Просто мне удобно перед определенным зеркалом определенные процедуры производить. Так. Угу. Ну вот, можно чуть-чуть еще добавить. Так. Чуть-чуть уже она под конец, это моя тушь, моя любимая. Но мне она очень понравилась. Очень рекомендую. Кто любит так же, как и я, делать такие более естественные брови, потому что эта тушь, она не дает вот этого такого эффекта. Если кто любит очень яркие брови, с этой тушью вы не достигнете такого эффекта. Я перебрала. А, в принципе, можно ставить, тут все равно будут волосы. Так, ну и вторую бровку, да, мы тоже сейчас нарисуем. На-на-на. Я вот думаю, с какой песни мне выйти в прямой эфир в Инстаграм? Что мне там такое можно сыграть? Чтобы было красиво и наизусть, без нот, чтобы я играла. Не знаю. Не знаю, какую я такую песню могу сыграть. Надо подумать. Хочу выйти в прямой эфир. Ну, раз уж накрасилась, раз уж это самое, ну, типа, там, марафет навела, волосы сейчас пристегну еще. Ой, как мне нравится, как я покрасила волосы. Я вам показывала или не показывала? Вот эта краска. Вот она. Огонь вообще. Хоть наконец-то покрасились волосы. А то я покупала, говорю, эти все, типа, без аммоньяка, щадящие. Я уже чувствую, не черный цвет покупала, все равно как отросшие всю жизнь корни были какие-то. Перейти на цвет, как этот называется? Ну, как он называется? Типа карамель, ну, вот это Дженнифер Лопес, да? Я уже потеряла надежду, я уже поняла, что просто надо быть красивыми, ухоженными, темными волосами. Ну, мне, в принципе, идут, я вот сейчас так смотрю на себя, как-то все-таки мое, этот темный цвет. Конечно, я бы еще
походила бы в солярку, вообще было бы в идеале все. Но поскольку сейчас ничего не работает, я очень надеюсь, что уже со следующей как-нибудь там недели начнут что-то открывать. Даже если у меня не будет еще там свадеб, концертов, я все равно буду ходить с солярием, потому что, ну, хотя бы самой для себя, да, да, я знаю, что морщины, вот это все, не надо мне писать, я все это отлично понимаю, знаю, но мне наплевать, мне так нравится быть загорелой, и мне это реально идет. Вот я смотрю на свои фото, где я, или видосики, где я белая, как смерть, и я смотрю, где я такая подзагорела, но так совсем другое дело, абсолютно. Можно, конечно, поярче, но я не хочу ярче делать эти брови. Хватит мне и так. Да, уже диорчик мой подзакончился, потому что я уже достаточно долго тут малюю, и они все никак не намалюются. Так. Окей, Google. Дальше что мы сделаем с вами? Знаете что? Какой-то тут волос, то ли что тут мне прицепился. Вот он. Нет, это не этот. Вот. Нет, ну и какой-то вот, то ли пылинка какая-то, то ли соринка влипла в глаз, аж прям бесит, ну невозможно. Сейчас, подождите, девочки. Короче, так, теперь мы с вами подчеркнем нижнее веко, да, вот это вот. Нижнее веко подчеркнем, чуть-чуть стрелочку легонькую нарисуем, и уже будет все готово практически. Так, для нижнего века у меня вот такой вот Dior, цвет, номер, какой тут номер? 071. Ну, короче, такой серый цвет с блестками, дорого-богато. Так, кто тут ходит? А, сосед. Так, окей. И я прорисовываю вот это все. И очень тогда хорошо все получается. Повторю, это не для каждого дня. И так я вообще, в принципе, не крашусь. Даже если я куда-то иду, я максимум, что могу сделать, чуть-чуть подпудрить лицо, чтобы какой-то выровнять тон. А крашусь я только вот на... Для видосов на сегодняшний день, а не на сегодняшний день для своих любимых, самых лучших на планете выступлений. Так. Ну, чуть-чуть стрелочку так вот прорисую, нарисую, и мне хватит. Ну вот. Сразу красота. Сейчас еще замажу болячки, вообще будет красота, ляпота. Берем какую-то фигню отсюда вот так. Такая вот у меня кисточка есть, видите, такая толстенькая, очень хорошенькая, упругенькая такая. Так, ну что, нарисуем второй глаз. Нарисуем мы второй глаз. Коты сходят с ума, если честно. Они там орут. Так. Так. Надо ж поярче, чтобы было эффектно. Еще мы потом нарисуем скулы, но уже там, на третьем этаже, потому что скулы, кстати, я прорисовываю перед камерой. Тогда я смотрю, как свет падает, чтобы не слишком много этой вот оранжевизны было, понимаете? Я там их дорисовываю уже во время процесса. Я думаю, что я могу такое сыграть в прямом эфире, чтобы я... Вы понимаете, потому что прямой эфир ты должна сыграть без ошибок, и там, ну, переснимать уже тебе никто не даст возможности уже. Если облажаешься, то облажаешься. Поэтому я в прямом эфире всегда стараюсь выбрать какую-то такую песню. Ну, типа... Типа... Которую я могу сыграть. Я сейчас и думаю, что я такое могу сыграть, я не знаю. Так, все. Глаза мы накрасили, что-то мне чуть-чуть еще хочется бровей побольше. Чуть-чуть, как-то маловато. Я вот просто смотрю в камеру с вами, и я вижу, что чуть-чуть мне бровей как-то маловато. Ну, раз я сегодня тут уже марафечусь, у меня свободный вечер,
до прямого эфира, когда я буду читать вам сказки. Надо, ну, хотя бы 4 видоса мне снять. Хотя бы. Ну, чтобы на 4 дня хотя бы было у меня. Так. Теперь мы замажем Dior. Замажем наши болячки. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас я возьму кисточку. А где она? Вот я она. Вуаля! Практически ничего и не видно. Как будто и не было болячек. А с этим самым, как это называется? Ну, как это называется? Smooth skin, вообще ничего видно не будет. Ни болячек, ни морщинок. Ниц, ницего. На-на-на-на. Все. Сейчас мы еще, знаете, что сделаем? Уберем эти, как говорится, под глазами синяки. Так, где моя кисточка? Мы уже сегодня ее пользовали. Lancome тоже. Так, очень классная. И будем использовать Fix It. 2 в 1 Prime and Concealer. Face Ice Lips. Dior. Люблю косметику, кстати, Кристиана Диора. Мы что делаем? Так вот рисуем. Он очень, кстати, очень такой увлажняющий, мягкий, хороший очень продукт. Очень мне нравится. И вот так вот. Высветляем наши усталые, непонятно от чего, мешки. Ну вот. Я не могу. Этот насморк меня сведет с ума. Так, я уже говорила, да, что я пудру не буду накладывать. Ну, это естественно. Потому что зачем она мне? В Инстаграме в прямом эфире можно фильтры наставить разные красивые, так что там мне не надо. А для видосов я использую хорошую программу, с которой я все это делаю. Так, можно тут. А чуть-чуть, чтобы казалось, эта губа попухлее чуть-чуть. Так, отлично. Теперь мы еще, знаете, что с вами сделаем? Мы еще нарисуем толстую губу. Ну, не совсем прям толстую, но чуть-чуть мы ее утолстим. Или по-другому можно сказать, придадим объему. Так, это мы еще тоже блеску наведем. Вот, я возьму такой карандаш. Что у нас? Это Estée Lauder. Вообще-то он для глаз. Кстати, можно глаза подвести чуть-чуть тоже. Нет, глаза не надо подводить. Глазами тут все окей. Я вот здесь чуть-чуть нарисую такую складочку. Она сейчас коричневая, но я ее сейчас размажу. Чуть-чуть рисуем складочки на губах. Ага, тушуем. Ну вот. Ой, не могу, прикол. Так, почему этот карандаш тут выехал? Боже ж, куда его крутить? Непонятно. Ага, вот, все. Все, окей, Google. Так, и знаете, что я еще сделаю? Естественно, мы наведем марафет на наши, типа, щеки, потому что скулы, не скулы, а вот эти такие впадины в скулы, да, я нарисую там уже наверху, а тут мы наведем марафет с нашими, вот сюда мы сейчас намажем наш этот highlighter. Знаете, как я делаю? Вот так.
И все. Много не надо. Много не надо, потому что будет все равно ну вот. Можно сюда тоже. Все. Как это? Люд, ты скоро? Люд, ты идешь? Нет. Я готова. И сейчас мы нацепим волосы. Самое, что ни на есть главное. Мой самый главный элемент моего имиджа, что у меня волосы. Ну, потому что я так тащусь от красивых толстых волос женских, что я не могу. Я себе купила эти волосы, которые прицепливаются. И я их просто цепляю себе, и все. И мне очень даже хорошо. Ну, потому что я понимаю, что у меня уже своих каких-то шикарных волос не будет. Никакие там эти витамины не помогают. Все это херня. Ну, витамины, может, помогают, вот придают блеска. Потому что я считаю, что у меня достаточно волосы сами по себе неплохие. А только что они, в принципе, жиденькие. Их мало. Так, я сейчас приду. Иду принесу волосы. Мои волосы. Как мы их цепляем? Сначала надо собрать свои чуть-чуть. Вот так вот скручиваем, да? Ну, я думаю, все знают, как их цеплять. Я тут не мастер-класс, я просто вам показываю, как я собираюсь. Так. Хайный мешок идет туда. Вот видите, у меня волосы одни, вторые. Эти поуже пойдут наверх. А эти, которые... пошире, они пойдут вниз. Чуть-чуть я их так расчесываю. Вот так вот, вот так вот. Раскрываю все секреты. Все секреты. На-на-на-на. И все, девочки, вот, смотрите, как все просто. Я их цепляю абы как. Что-то ниже, что-то выше, мне не важно. Короче, я не запариваюсь по этому поводу. Мне главное видос отснять. Конечно, когда я еду выступать, я более их тщательно пристегиваю, потому что когда выступаешь, там можешь и голову как-то там, знаете, туда-сюда подергать. Чего не застегивается? О, стегнулся. Так, теперь одну часть отпускаем. Посмотрите сразу, какие. О, какая красота. Одну часть отпускаем. Еще чуть-чуть собираем, потому что мы еще одну нацепим. Ну, чтобы уже было так. Побольше, подорого, побогаче. Так, примерно так делаем. Как-то мало глаза накрасила. Хочется мне больше. Нет, не надо больше. Так. Эти тоже чуть-чуть подрасчесываем. Так вот, когда я выступаю, конечно, я более тщательно, ну не то, что тщательно, стараюсь, чтобы нигде не было видно вот этих вот застежек. А на видосах так там... На видосах так там и так ничего не видно. Так. Так. Блин, не могу зацепить. О, зацепила. Все. Все, 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 все. Ну и что? О, бэби, как я вам? Что-то хочется глаза мне все-таки поярче. Знаете, что я сейчас сделаю? Я сделаю... А, у меня же есть это. Такой фломастер от Lancome или от этого, или от Clinique. Я сейчас уже не помню. Сейчас я вам его покажу, подождите. Я очень люблю... вот он. Что у нас тут? Clinique. Я чуть-чуть подведу эти стрелки под низом, естественно. Ну... эти нижние века подведем чуть-чуть.
Чуть-чуть будет ярче. А, знаете, что я могу в прямом эфире сыграть? Я могу сыграть «Подмосковные вечера». Я их хорошо знаю наизусть. Как вы считаете? Ну все. Все, я думаю, что я уже вроде как и готова. Короче, пошла я на третий этаж.